Приветствую вас, поскольку вы не задали вопрос, то постараюсь ответить в общем в целом на вашу историю. Вы знаете, год, который прошел с момента разрыва ваших отношений и вами, и мужчиной воспринимается по-разному. Для вас этот год был, допустим, недостаточным периодом для того, чтобы забыть человека до конца. Но вы правильно выбрали способ. А для мужчины уже все прошло. Для мужчины уже все закончилось. Мужчина уже пережил, опустил и готов к новым отношениям. Да, возможно, кстати говоря, с вами. То есть тут нужно делать скидку на то, что у вас разные восприятия мужчины. И не обязательно он хочет от вами издеваться. Не обязательно он хочет как-то вас уколоть. Не обязательно он хочет испортить вам настроение. Вполне возможно, это прозвучало вполне искренне. С другой стороны, даже если так, вот вы просто подумайте, даже если он хотел вам испортить настроение, он не на вас обратил внимание тогда, получается. Это значит, что он за вами следит, в смысле следит за вами в социальной сети. И видит, что вы без него хорошо живете. А он-то рассчитывал, что вы будете страдать. Он-то рассчитывал, что вы будете в депрессии, а вы-то, оказывается, живете просто отлично без него. Ему неприятно. Ему обидно подобно. И он написал специально с целью вас расстроить. С целью напомнить вам о себе, мол, вот он я, посмотрите, обо мне не забывай. Это означает, что мужчина, по сути, боится, опасается, что вы его забыли. Не хочет он, чтобы вы его забывали. Хочет, чтобы вы переживали по нему. А это значит, что у него действительно эгоистичное отношение к вам. Это значит, что он думает только о себе. Это значит, что только свои чувства волнуют, а не ваши. И это опять-таки означает, что просто прекрасно, что вы расстались. Ничего бы хорошего из этих отношений не получилось. А вспомнили вы не его самого. Вспомнили вы то, как было вам с ним хорошо. Вспомнили вы те моменты, когда вы были счастливы. Но эти счастливые моменты, образно говоря, можно назвать вашими, лично вашими. А не, как бы это сказать, совместно с ним. Почему? Потому что вы, будучи счастливы с ним, в действительности были с другим человеком. Вы думали, что он вас любит, вы думали, что он хочет сделать вас счастливы, а он оказался не тем. Это значит, что вы были счастливы в одиночестве, думая, что вы с ним. Значит, вы смогли сами себя сделать счастливой, и значит, можете сделать это вновь. Без него, без кого бы то ни было еще. А сделав счастливой себя самостоятельно, вы больше никогда не будете так зависеть от мужчин и будете встречаться с тем, кого действительно захотите делать счастливым по своему собственному желанию. И того, кто вас будет искренне хотеть сделать так же счастливым. Счастливым. Поэтому переживите эти воспоминания. Пропустите их через себя. Запомните, как вы были счастливы. И удержите эти мгновения. Это то, ради чего стоит жить. А человека отпустите. Он был не тем, кто вам нужен. Он был в вашей жизни по ошибке, потому что
Так сложились обстоятельства. Но вы вынесли из этого опыт. Вы вынесли из этого ценный опыт, который привел вас к тому, что вы сейчас имеете. И это здорово. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен.